Всем привет, меня зовут Виктор, а это обзор на сервер VLG, белка VLG. Если вы помните, в прошлой серии закончили на том, что я тут возле охотничьего трейдера завалил медведя, и все. Ну а теперь мне надо обратно топать в Кумырну. Ну или в Зеленую гору. Суть, расстояния между ними практически одинаковое получается. Куда вот только топить, да? Ну все, наверное, зависит от того, что я хочу. Надо определиться, скорее всего, с вопросом, что я хочу, а потом уже решить, куда мне направляться. Медведей я не слышу, это хорошо. Сейчас напьюсь до этого прям, до тошноты и пойду. Все. Нормально. Так, давай по карте тогда глянем. Если сюда, то мы пойдем через так, Запрудная Милитари. Североград Милитари, а здесь Новый Луг Милитари. Красностав острый. Ну давай, наверное, побьем тогда к этому. Североград. Маркер воткнем. Чтобы знать куда. Дрова в стаке, это классно. Бумажка, бумажка, бумажка. Зря с собой ее таскал. Отожремся.
костер 5 килограмм вешает. Ха-ха, нормально. Если бревна 4, бумажка что, килограмм что ли вешает? Обалдеть. Охотник на 6% аж прокачал. По крайней мере, когда это есть всякие копчености, ну, хотя бы это, вода не уходит. Дайся. На фул так, пистолет. Тоже на фул. Так, а 45-х нету. 45-х нету. Закоптилось нормально. Ладно, эти куда-то побежали.
искать, скорее всего, кого-то. Так, это что за цевьё, для чего? АК. Не знаю. Что мне с ним делать? Тактические штаны инквизитора. Слоник. А на слоник места нету, да? Так, Вайга. Вайга, Вайга, Вайга. Дым-граната, глушак. Ну да. А, это походу, да? Под, понял, плечевая сумка. Катана. Обалдеть, блядь. И чё, сколько ты места занимаешь? Ты аж на две этих, да? Охренеть. И чё, как у тебя? Знать бы, знать бы. Знать бы, знать бы, да? Сейчас еще вот эту штуку зарядим. Можно тобой что-то резать? Не, нельзя. Вот было бы чудесно понимать это. Так, нет, ну-ка ты сюда. А ты, так, ты... Ну-ка, так, окей, ты... Сюда, ты сюда, вот так. Теперь ты влазишь, хорошо. Хорошо, нож один сюда. Один сюда. Патроша. Сюда. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Так, и ты. Ты непонятно куды. Так, ты что такое? Масхалат. Представления, честно, не имею, сколько ты вообще можешь стоить. Сейчас, смотри, вот эти все штуки я ж могу вот так вот сделать. Да? Да. Вот, все, и все взяли. Yeah.
Блин, еды в зомбаках нету. Курицу я не хочу эту. Мучиться с этой курицей. Метра не добегу, да? Что такое? А сколько? А, ты, наверное, 3 слота занимаешь, да? Ну да. Сочный такой нож, как... Ой, блядь. Заебись, скинул. На пол скинул, он в текстуре провалился. Ну... Ладно. Будем знать. Нихуя. Нихера. Дальномер. Так, свалил. Что, ждем рестарт? Нормально меня так на 300 метров откинуло. Примерно на 1,5 минуты назад. Дальномера мне не видать. Зато лосяш там орёт. Где-то.
Вместе. Один пить, да? Бас. Как-то так. Оба. Этой саблей можно разделывать. Чудесно. Просто чудесно. Охереть, это что, серьезно? Что, серьезно? Это может столько быть мяса? Это может быть столько мяса? Соленья? Правда? Охренеть. Или это потому, что я катаной разделываю столько мяса? Да нет. С этого тоже куча мяса. Нормально такие прям. Ну-ка, товарищ медсестра. Активированный уголь, бинт. Товарищ трейдер, пакет семян кабачка, пакет семян перца, веревка. Так, налобный фонарик. Нет. О, дальномер, боевой нож. Так, топорик. Компас тогда продадим. А, я не понял. А чё? Мясо мы тут брезгуем, да, покупать, значит? Значит, мы тут мясцо брезгуем брать. Чё ты продаешь? Покупаешь? Так, продать. Продать. Ага, пинвольный жилет. Инспектор. Ну, продам я его, и чё? Дальше. Куда оружие это, бля, складывать? Пейнтбольный жилет, инспектор.
Блин, я думал, я тут мясо продам сейчас. А хер раз два, оказывается, тут мясо-то некуда продавать. Не хотят его тут покупать мясо. Так, что у нас тут по наибольшее по процентам посмотреть и пожарить. Со фортуны доступно. Хорошо, нажму insert. Подождите. Сейчас только с мясом разберусь. Так, insert. Давай покрутим. Что? А, вон девятая штука, катана. У меня катана есть, мне теперь зачем катана? У меня есть катана, нахер она мне? АВМ эксклюзива, конечно. Девятая, так, десятая. Но на АВМ эксклюзива остановись. Седьмой. Опять противоядие пох. Не. Да ладно. Чё, а, нет. Катана. Да что, серьезно, что ли, блядь? Десятка, жратва. А, нет, рандом сода. Питье, да? Питье какое-то мне дали. Рандом сода. Ну, хорошо. Питье так питье. Так, тактические штаны инквизитора. А, тут у вас денежка лежит. Вы, наверное, поэтому не захотели продаваться, да? Ну, я денежку выложил. А что-то до сих пор не скоптились вы? Ёлки-палки. Чё так долго? Спасибо, что не вторая катана. Так, давай сперва покушаем. Все, хватит жрать. Обожрались уже, да? Так, ты сюда. Старинный карабин. Могу я тебе продать его? Катана FXVR 80. И старинный карабин. За 2000 можно продать. Хорошо. Так, VR 80. Винтовка. Винтовка. Ну, мне нравится то, что на тебя надевается отток. Мне это нравится. Это мне нравится. Так, теперь разряжаем обратно патроны. Которые заряжал.
Блин, почему тут нет, не продается-то? Так, пистолетный глушитель. Вот это странно. Так, мне надо оставить нож вот этот. Остальные все ножи можно продать. Так, штык-нож для КА. Прицел. Это продать. Магазин, магазин. Так, 56-45. По одному. Так, 9-19. Продать тоже. Блин, а чё я вот так-то? И тебя в руки. Так, всё здесь пусто. Здесь пусто. Темнеет. Ночь грядет. Блин, а почему это? Еду-то не покупает. Что за херня-то, блин? Она же должна покупать было стейки, там, кости. Я не знаю, что за херня-то. Овощи, фрукты, упакованные продукты, напитки, медикаменты, лекарства. А, скорее всего, ну, нет. Это не покупает. Так, что сюда ничего не завалилось? А сюда? Ну, куртка с коротким капюшоном. Он что-то не захотел брать. Сколько это, килограмм и килограмм? Ну, это несущественно. У меня кости тяжелые получаются. Тут практически штаны, смотри, он берет их. Не стал брать, потому что там что-то лежало. Это все проще. Хорошо, как этот рюкзак. Около 3 кг. Блин, ну ты прикольный рюкзак. Я бы тебя, наверное... Я бы тебя, наверное, оставил, хотя... Или... Хотя ты палевный такой, белый прям. Белый такой рюкзак, прям палевный. Продать. Чуть-чуть стаминки добавилось. Блин, чё же вот эту херню он не покупает? Только что тут кости до херища вешают. Прям раз. Бля, я думал, продам их. Ну, кости тогда, раз тут не покупают, тогда мы их вот сюда и сжигаем. Ну, раз здесь кости не берут, они все равно дорого не стоят. Поэтому смысл мне их
тащить с собой еще 4 километра, задыхаясь от этой тяжестью, да? Так. Давай мы поедим еще. Это все сюда залетело, да? Обалдеть. Как так? Я хотел, чтобы ты не туда залетела. Поспим. Поспать и тащиться на Зеленую гору. В сути, значит, Зеленая гора — это оптимальный трейдер. Тачку не купишь, вокруг Зеленой горы надо шарахаться. Надо сейчас на эту, на VR-80 посмотреть, что это такое. Если это дробовик окажется, то нахер продать его. Не люблю я просто дробовики особо, поэтому лучше его продать и не таскать с собой. Даже несмотря на то, что на него вешается такой прицел «Отток». Что тут из бочки-то торчит, отражается на потолке? В бочке ничего не видно. Что здесь, черт его знает.
Никто не знает, да? Все, давай, вставай. Пойдем на вот эту штуку посмотрим. Что здесь? Какие патроны? А, 12 калибр, да? Ну, я вас понял. Что было, как говорится, приятно с тобой познакомиться. Но ничего личного. Просто мне такие пушки не нравятся. Вот все. Так, ну-ка давай еще раз. Что у нас самое Нива 700 тысяч стоит? Ни хера себе. Сарка 630. Остальные тачки что, все донатные, что ли, получается, раз, которые я здесь не видел.
А это что? Ну это по-любому, это тачка донатная. Здоровая донатная тачка. Лето, лето, лето. Лето, лето, лето. Так, лето. Это сюда. А что не так? Что не так-то? Почему ты сюда не хочешь? И все, погнали. Собирать. Вот и все, чудненько. Ага. Пушка прицепилась не туда. Пушка, сюда иди. Блин, куртка с короткими рукавами. Чё, её никто не покупает? Чё за бред-то, блин? Ну, купи куртку у меня с короткими рукавами. Нет? Нахуй тогда. Понятно, значит, мясо берет только... Только охотник берет мясо. Смысл тогда... До хрена мясо настреливать я не вижу. Потому что его не продать. Не, ну возможно, если пожаренная, может она, кстати, может она жареная купит. Я тогда свиную консерву продам. Ну а чё? Хотя ребята вон тоже, я смотрю, без этих там... А, да, я же могу на свой рюкзак фонарик повешать. Черт. Он туда мне будет освещать дорогу. Без экзоскелетов ходят. То есть такое чувство, что их тут нету. Экзоскелетов, да?
Палатку, погнал ее в гараж. А как она их убирает, если они все еще поехали, они работают, они бы уже убрали. Ну, я вот, вот человек говорит, положил в машину, и она исчезла. Я положил в машину, положил в рюкзак, загнал машину в гараж, вышел из рюкзака, через час вернулся, все на месте, только кассета из машины вылезла, я теперь не знаю, как ее назад засунуть. Дурдом какой-то творится. Куда-то заспаунила спутники, куда их заспаунила, я не знаю, не вижу, блин, их. А, они же рюкзаки могут быть. Так, приклад, прицел, отток. Пипец, блядь. Столько мяса и все, придется сейчас его выкинуть, да? Так, у тебя, можешь пушку себе купить поинтереснее какую? Или... Да нет, нахер тебе пушка. Нахер пушка нам. 60 тысяч только сделано. Подожди, а тут же... На вот этом ремне... А, тут ножны. Просто у меня если катана есть, но она здоровая, пиздец, место занимает. Место до хера занимает. Давай продадим тебя. Сюда нельзя тебя. Возможно, нужны ножны именно под тебя, да? Ну-ка. Мусорок тут нету. Так, ножны. Блин. Я в том языке пишу. Нож. Ну, 500 стоите. Давай. Так, сюда. Пиздец, блядь. Никуда не лезет. Вот гад. Я ж на него 500 рублей потратил. А он никуда не лезет. Блять, а где эта пушка? Ну, просто неужели ее только найти можно? Пистолет-пулемет. Это все херня. И это все херня. Штурмовые винтовки.
АК-74, фут, ОЦ, гроза. Ага. Чё, автомат с переводчиком Раптор, укороченный Скарах. Читак. 408-й винторез. Это есть свал. Пулемет Марк 48, 7,62, ПКМ и... Я не понимаю, кто... Да, я тогда, наверное, продам все эти патроны. Блять, а где? А я от вояки убежал патроны продавать. А это... А этот стаком все купил. Так, прицел АТОК. Тебя тоже продать. Я думал, он по одному будет у меня их покупать. Ах, хер-то там. Он купил все стаком. Может, тебя тоже продать? Боулинг найф. Чё они? Чё делают? Так, а кто этот Боуи? Боуи. Боуи Кнайф у меня хотел купить. Никто? Никто его купить не хотел, да? Возможно, это тоже только охотник его может купит. Так, тогда вот это все мясо мы... Я даже не знаю, куда его. Я даже не знаю, куда... Пусть здесь коптится. Мусорить я не буду. Корзин мусорных тут нету. Придется все сжечь, поэтому новички, которые сюда могли бы прибежать и пожрать мясца в мусорке, найдя его, не смогут этого сделать. Потому что не смогут этого сделать. Все, ладно, погнали. Так, я бабки все выложил. Ой, не, я же вот эту херню-то не продал. Теперь можно бежать. Зеленогорск.
смотри. Чё, кстати, сделал шоколад. А вас так сразу и не заметишь, товарищи вояки. Рукавица химкостюма, магазин Лимас. Это что такое? Так, Патрик Иначе и так. Опа. Л-96. Сигнальная ракета нет. Тебя возьмем. 500, 500 рублей в сотке стоишь. И все, да? О, там химка еще лежит. А я вообще где? А, ну Сосновка Милитари. То есть я типа думал мне сюда. Сперва бежать или не сюда, да? Так, это 5.56. Серьезно это? Друзья, а что мне с тобой делать надо? Айрам. Что это такое, блядь? Флашлайт. А, сюда батарейку вставляешь, и она... А, это типа фонарик? А, это фонарик такой. О. Тогда... Ну-ка. А как тебя включать? Не понял. Включить. В руки надо будет брать, что ли, тебя, чтобы включить? Ну, блин, это ж неинтересно. Ну, я тебе серьезно говорю, это неинтересно в руки брать тебя, чтобы включить. Что у нас тут по гаражам есть? Вакуум. Что даже не это. Чего искать здесь? Интересно, химгрелка выглядит. А,
стандартно. Там как-то лежала утопленная, в текстурах была. Ой, блядь. Сколько у вас тут мудаков. Еда пригодится. Так, что в такси может быть у нас такого, из-за чего я туда сунусь даже? Куртка с рубашкой. Опа, бинокль, поняли, нашел коллекцию себе. Перелазит. Так, вот так. А хотя, подожди, зачем? Вот так, да, давай зарядим тебя. А то ты у меня так-то занимаешь. Получается две клетки, а так будешь одну занимать. Так, а что здесь как-то ВП это? Ушлепански располагаетесь непонятно как. Так, ты сюда иди. И вот так. Блин, в армейской куртке что-то лежит. Придется залазить. Патрики. Ну лады. Возьмем. Рюкзачок небольшой, штанишки, 308-е, пейнтбольные штаны, это 64 походный, ой, такой здоровый, ёпарасота, на 64 слота и здоровый такой. За FMP90 какими ты стреляешь? А 919-ми ППХ. Ой, ну хватит, хватит ржать, что ты, блять, вот ты ржешь так как конь ретивый. Так, а вот это К-101. К-101, а чё ты тут? Так, ну я могу тебя вот так, по крайней мере, да, закинуть. А тебя я могу вот так закинуть.
что? И что, да, вопрос, и что? Хороший вопрос, и что? И что нам это дает? И что нам это дает? Именно. И что нам это дает? Пока что это дает только несколько пушек. Не очень-то и прикольных. Так, кобра. Так, пинбольная куртка, инспектор. Я не знаю, что вы, блядь, тут. Если только рюкзак взять в руки. Так, не, вот так. А, я же в пейнтбольной куртке инспектор сейчас, да, одет. Тактические очки, а он теперь залазить не может. Это из-за чего? Из-за того, что я пушку взял или что? Старая К-12. Ремень, и там что-то еще есть. Ё-моё. Приклад. А, тактический ремень. Бля. Не знаю, не буду я тебя брать. Так, ну ты не фуловый. А если ты не фуловый, скорее всего, тебя брать и не стоит. Кашка лежит. К-74. Куда тебя брать? А? Сюда только если. Забагованная патрончик. Похоже, патрончики багованные. Включается он. Приходит в руки, надо брать обязательно, что включить. Конечно, это как-то не очень удобно. Сапоги. Полевая рация. Да уж. Уж. Граната. Камуфляжная сетка, ну спасибо. Блин, с этим фонарем и вот рюкзаком в руках толком ничего не видно, блин.
М-16. Так, и это такая же. Так, давай посмотрим. Все. О, блядь. Самое главное, где? Где-то там. Охеру. Так, старая К-12. Это сюда. Это сюда. Здесь не продается. Тебя. Блин, почему вы все во свернутом положении находитесь? Что это такое? Ага. А, вот с тебя надо будет эту снять штуку. Прицел. СК-101. Так, снимаем прицел. Там что? Это. И вот эту снимаем. М-16, так, старый АК. К-101. Thank you.
Понятно. Ясненько, понятненько. Смысла нет тебя менять. Читак. Что-то какие-то недорогие патроны на читак. Недорогие прям. Так, а чё? А, это 308 бронебойные. Персики консервированные. Как противоядие стоит. Шикарное прям это. Точнее, противоядие купить стоит дешевле, чем персики. Бумага. Лампа. Так, налобный фонарик. Топорик, точильный камень. Ну-ка, я же могу теперь это все сюда переложить. Это все продадим. Здесь у меня ничего ж не осталось. Куртка с рубашкой. Футбольные штаны, инспектор. Хорошо стоят. Хорошо стоят. Футбольная куртка, инспектор. Блин, а где я эти нашел? Штаны титан. Блять, штаны титан. А может и есть куртка титан? MVC Combat. Шлемы. Слушай, ну шлемы прикольные, но я, по-моему, ну я только Звездные войны находил, да? По 4 пояса, кобура, ножны, вот есть такие. Но это штука серьезно невыгодная.
По той причине, что... Стамины-то нету у тебя. Стамины нету. Бля, штаны титан. Ну-ка, ти. А, смотри, подсумок титан есть. Спец рюкзак титан. Тактический рюкзак титан. Засунуть оленя. Секретная разработка тканей и материалов этого рюкзака позволяет носить в нем огромное количество вещей, несмотря на скромные габариты. Настолько огромное, что в него можно засунуть оленя. Титан, так тут целая коллекция титана получается, да? Так, а чё, куда я смотрел? 200, 255. Ну, 100 тысяч. Худо-бедно набрал 100 тысяч. Лутаю все. Блять, а пушек-то чё нету? Ни одной пушки. Сколько от трейдера? Кило 200, ну нормально. Недалеко. Блин, ни одной пушки, ну что такое? Что такое за дела? Давай эту кепку стащим.
Блин, судя по моему опыту, волки бы уже напали, если бы это на меня были загренные волки. К-16. Так, отмычка. Коробка. По крайней мере, мог на вертолете сюда спрятаться от волчар. Вряд ли бы они до сюда залезли. А если бы залезли, то не все. Угу. Я нашел что-то.
Я нашел пушку на 5.56. Так, теперь вопрос. Вопрос. Патронов нет, да? Это сюда не подходит. Обойма. Ну что? Нормальное описание. Теплые крепкие штаны ни один зомби не может прокусить. Также имеет дополнительную защиту от мелкого калибра. И специальная ткань с применением магнетронного распыления различных металлов, что позволило добиться повышенной прочности. И вдобавок данная ткань защищает от химического воздействия. Плюсом карманы настолько вместительные, что коробку спичку будете искать очень долго. Нормально такие описания прям. А, штанишки продать, это продать. Пилотка продать. Боевой шлем продать. Тактическая куртка. И штурмовые боты. Продать. Протик она не берет. Ну-ка, вообще ты покупаешь бое... А, да, боевой противогаз. Она в состоянии его купить, но... Видимо... Видимо, он должен быть надлежащего качества. Ну что, если тогда сюда встает этот чудесный прицел, не вижу смыслов оставлять эту винтовку. Тем более глушитель можно купить на нее. Глушак купить можно. Так, и меня еще интересует вот эта пушка. Где она? Вот это. Насколько боеприпасы? Это понятно. Магазины.
А, тоже 5 патронов. Тоже 5 патронов. Я-то думал это. Хоть не 5. Но раз 5 патронов, то с тобой, наверное, лучше попрощаться. А, я неправильно эту сделал. Ортис. Вот так. Да. Чё, Элка, тогда сорян. Сорян тогда, Элочка. Сорян, ничем помочь не могу. МК-16 на 30 патронов. Ну, подожди, какие тут я пушки видел? Читак, она в продаже, читак есть, 35 тысяч стоит. На 408. ВСС-ку не купить. Читак можно 35 тысяч взять, получается. А этот 30-ку стоит. А патроны на читак у меня еще остались. Патроны остались на читак. Ну ладно. Так, подожди, я купил две обоймы по 30. Купил, молодец. Теперь надо слушай, одинаково стоит, что эти, что эти. Ну-ка, коробка 920 стоит, а эти по одному походу, да, продаются по одной штучке. Вот гушак, правда, я сюда не помню какой.
Так, а сколько читак стоит? О, вешает, стоит. Вешает, вешает. Сколько читак? А, около 12 килограмм. Нихуя себе. 12 килограмм. Это прям... Существенно меняет взгляд на некоторые вещи. Это вон там. Блин. Да, 195. Переносная радиостанция. Отмычка. Так, лампу продать. О, вот это, кстати, тоже можно продать. 124 тысячи. Так, ну что, я предлагаю на этом закончить сегодня. Или сейчас. Или вообще. В общем, будет день и будет пища. Узнаем.
будет ли продолжение или нет. Передумаю я или нет дальше тут обзор делать или нет. В общем, все это узнаем. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.